Соборную площадь и территорию рядом с ней 24 июня разобьют на несколько площадок. Здесь можно будет заняться спортом и поиграть в настольные игры. Подросткам наверняка понравятся мастер-классы по брейк-дансу и граффити. Откроют в центре города и образовательную площадку. В честь Дня молодежи Владимирская мэрия подготовила разнообразную программу. Более 250 квадратных метров она будет. Заходите и в виртуальных очках, вот этих виртуальной реальности, можете поиграть. Скажу, что это единственная площадка, которая у нас будет за символическую плату брать с людей. Все остальное у нас будет бесплатно. Соответственно, школа, не школа барабанов и не школа гитары, которые тоже у нас будут располагаться недалеко от дома офицеров. Там это площадка для любителей живой музыки. Там, соответственно, каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе. Откроют праздник самые юные жители города. В 16:00 начнется традиционный чемпионат ползунков. В нем примут участие малыши от 6 месяцев до 3 лет. А для детей постарше главный партнер праздника компания «Т-плюс» подготовила несколько развивающих площадок. В игровой форме ростовые куклы и аниматоры расскажут о правилах безопасности на улице и дома и порадуют детвору шоу мыльных пузырей. Самые активные участники интерактивных программ получат эксклюзивные подарки. Говорить на такие темы можно с любого возраста и в любой форме. Поэтому вот как раз для самых маленьких у нас есть особый продукт. Мы подготовили для них вот такую книжку о безопасности. Книжку-малышку мы называем, с забавными сюрпризами и картинками. Эти подарки мы будем дарить детям, которые будут участвовать в соревнованиях ползунков. Владимирцам обещают розыгрыши призов от партнеров праздника. А на главной сцене на протяжении всего вечера будут выступать музыкальные группы и танцевальные коллективы. Хедлайнером праздника станет певец Звонкий, ветеран российской хип-хоп-сцены. Его выступление на Соборной площади начнется в 21:30. У хедлайнера надо разогреть. Вот, я считаю, самые яркие владимирские коллективы с каверами будут мы и наши коллеги группы «Иван Чай». Вот. Ну, как всегда, в нашем арсенале бессмертные хиты, русские, импортные, самая-самая подборка. Вот. Постараемся сделать так, чтобы к выходу Звонкого толпа уже была горячей. В целях безопасности вход на Соборную площадь будет организован через рамки металлодетектора. Их установят со стороны улицы Гагарина, Почтового переулка и улицы Большой Московской. Организаторы праздника просят гостей не приносить с собой напитки в стеклянной таре и металлические предметы. Ирина Начарова, Александра Маркина и Дмитрий Шаталов.